Ребята, играя вчера, наткнулся на одну очень интересную штуку. Я начал попадать на так называемые лобби собак. То есть, заходя на сервер, я понимаю, что все почему-то с него ливают. Долго думал, и у меня были мысли о том, что здесь играет читер, именно поэтому все, наверное, ливают. Либо какой-нибудь как скилловый какой-то игрок. Но проблема была в другом. На сервере просто ты заходишь, дичайшие просто полчища собак бегают. Видно, что где-то два человека вызвали киллстрики на сторожевого пса и на две стаи собак. Ну, ладно бы ж, все ничего. Стая собак закончилась, ее перестреляли, и выходит новая стая собак просто моментально. Ты понимаешь, что вряд ли человек смог набить заново данный киллстрик, потому что он состоит из 10 убийств, а у человека всего убийств там порядка там 30, не более. И не понимаешь, что происходит до одного момента, пока я не открыл для себя этот баг. Надеюсь, что в ближайшее время вы им начнете пользоваться, и многие пойдут на форумы Activision на Reddit для того, чтобы им просто разорвали эти форумы и чтобы они внесли корректировки. Дело в том, что в игре есть полевая модификация, так называемая тайник, которая до определенного момента, до какого-то патча работала нормально. Принцип ее работы таков, что перед смертью, когда вы используете полевую модификацию, она использует то количество убийств, которое у вас было набрано до киллстрика. И когда вы возрождаетесь, вы продолжаете с того же самого места. Но дело в том, что до этого полевая модификация использовалась немножко сложнее. Она фиксировала именно то количество убийств, которое было на момент ее применения. То есть, если вы, например, настреляли 2 фрага и применили полевую модификацию, она засейвила 2 фрага. Если вы дальше настреляли 6 фрагов и умерли, то откатитесь вы, возродитесь только с теми 2 фрагами. Была логика использовать ее сейчас безопасно сейвово, либо использовать ее после какого-нибудь длительного киллстрика. И тут как повезет. Но после определенного патча ее пофиксили, или бафнули, я бы сказал. Дело в том, что вы применяете полевую модификацию, и она фиксирует не то количество убийств, которое было у вас на момент ее применения, а то количество убийств, которое было у вас непосредственно перед смертью. То есть возрождаетесь, делаете один килл, применяете полевую модификацию, бегаете по карте, делаете еще 5 киллов. Помимо того, что вы уже практически перезарядили эту полевую модификацию, у вас сохраняется 5 киллов. Но все бы ничего. Но есть один еще баг. Когда вы добираетесь до максимума, ну, например, в случае со собаками это 10 человек, вас убивают с примененной полевой модификацией, вы откатываетесь на 1 килл назад, убиваете еще одного человека, и вуаля, последняя серия убийств собаки у вас снова перезаряжена. Вы применяете полевую модификацию, то есть отсиживаетесь где-то или ее настреливаете, чтобы она быстрее перезарядилась в зависимости от вашего умения. И вуаля, вас убивают, вас опять откидывает на 1 килл, вы опять убиваете одного человека, и у вас опять готовы стая собак. Ну или любой другой киллстрик, который у вас назначен на последнем. То есть там, будь то боевой вертолет или что-то еще, бомбардировщик и так далее. Именно этот баг и позволяет людям на карте вызывать стаю собак бесконечно. То есть вы вызываете стаю собак, умираете, набиваете один килл, возрождаетесь, у вас опять перезаряжена стая собак. Вы ждете, пока ваши собаки умрут или их перебьют. Вас опять убивают, или вам лучше даже поддастся, чтобы умереть, но перед этим, конечно, перезарядив полевую модификацию, применив ее. Вы опять возрождаетесь, опять запускаете стаю, пытаетесь что-то там кого-то настреливать, перезаряжаете модификацию, опять умираете, и так можно до бесконечности. Раньше так делать было нельзя. До этого патча, например, когда вы достигали максимального киллстрика, полевая модификация не применялась. Она вас откидывала опять на одно убийство и работала только в рамках одного полного киллстрика. Сейчас это работает вот так криво-косо, мало того, что она сейвит любое количество убийств от между промежутками между жизнью и смертью, а раньше было не так. И когда вы достигаете своего максимума, она не откидывает вас на 0 убийств, она откидывает всего лишь на 1 убийство назад, что не есть как бы хорошо и правильно. Плюс раньше полевую модификацию нельзя было использовать во время стрельбы или перезарядки, а сейчас можно использовать прямо на ходу, на бегу. Вы стреляете, нажимаете кнопку, и у вас полевая модификация применяется. И это очень странно на самом деле, и это очень грустно, потому что те, кто знает об этом баге, не дают абсолютно играть никому другим.